Приветы, что ли? Девочки, мальчики, с вами опять в эфирах Лафир Абрамовна, и сегодня у нас варка гороховой каши. Вот, девчонки, смотрите, кто не умеет. Вы на сутки ее заливаете водой. Когда покупаете кашу-то, точнее крупу-то гороховую, смотрите аккуратнее, чтобы не было всяких там... Как их зовут? Господи, прости, баразмы. Шелушинок всякий. Когда будете варить кашу с гороха, следите за ней, как за зеницей ока. Она, зараза, такая сбегливая. Все время куда-то хочет убежать. Поэтому вы ее периодически помешиваете, чтобы пена-то вот у вас не убежала и всю эту плиту вам не уделала, как не знам что. Но есть один секрет. Бобы, они вообще плохо варятся. Мороки с ними полно. Вот видите, вот до сих пор, вот уже 20 минут пришло, но у меня все как будто такая непонятно. Что делаем? Берем пищевую соду обычную. И туда ее хренс. Извиняюсь. И смотрите, какая пошла шикарная химическая реакция. У нас каша возбуждаться. А все для чего? Чтобы у нас процесс пошел быстрее. Это химия. Горох соды чувствовать не будет, не бойтесь. Но процесс пойдет быстрее. Воды туда не добавляйте. Я уж посолил, уж 33 раза ее помешивал. Вот видите, что подниматься как. На глазах. Узумленной публике процесс пошел, да, вот такая зараза. Пошел процесс. Сейчас у меня шапка-то поднимется, и я тогда могу убавлять огонь почти до минимума. Вот, буду стоять мешать как дура. Ждите, покажу, что получится. Ну вот смотрите, когда процесс-то у нас весь закончился химический, перчи можно прибавлять огонь. Но продолжаем помешивать. Кофик, ну то надо долюбилась я с этой кашей. Не могу. Аж спина уже болит. И теперь, когда помешиваем, она у вас будет полностью развариваться. Химическое все уже у нас тут чуть-чуть осталось. Стараемся, чтобы все у нас растворился. Некоторые хитруши, я знаю, блендер туда погружат. Я не буду, я стараюсь все разварить. Чё же я? Чё, я не совсем такая ленивая-то? Ждем окончания. Ох, ждем. Запах уже волшебный. Настоящего такого гороха. Видите, солнечный. Отличный получаться. Великолепный, можно сказать. Ждите, девчонки, мальчишки, ждите. Не быстро, знаю. Ну, у тебя, у кого мультиварки-то есть, может, побыстрее, чем у меня-то. Ну, я по-старенький все в кутилке. Ждем. Ой-ой-ой, ждем. Ну вот, мои дорогие. Что, наконец-то эта безобразная каша у меня сварилась. Эхтердолоп горох попал, сколотый называется. Посмотрел, производитель не нашла, хотела им отзыв написать. Вы что, дураки, такую крупу-то делаете? Павка с ума чай сошла. Короче, я туда добавил чуть воды, 2 стакана. А то получалась какая-то совсем никакая. Вот прошел у меня час, я уже тут голодная, как мой Семен с утра. Кот-то, кота-то мало знать, наверное. Вот сейчас еще 5 минут, уж не буду вас томить, и себя тоже. Уже выключу не могу, сейчас уже где-то буду звать, чтоб пошел кушать-то гороху кашу. А те, кто интересуется, что с остатками делать у меня на канале, я ссылку-то дам. Есть специальный суп миазмы с копченостями, обычно из остатков делаю. А подам, девчонки, мальчишки, соратницы. Тонко нарезанным лучком зеленым. Ой, зеленым. Господи, уже совсем с этой кашей с ума-то посходила бабка.
Репчатый лук посыплю сверху. Маслице-то набуздырю. Красота. Вообще, да и только. Ну что, привет всем, как всегда. Ждем новых видосов, как говорится. Глафира Абрамовна плохого не посоветует. Не скучайте там. Ждите. Я пошла вкушать сей продукт, который чей почти полтора часа уже прошло. Господи, прости. Ну и каша. Все, пока-пока.